Ух, ребята, так тяжело монтировать. Если бы не Андрюха с Владиком помогают мне, то я не знаю, как я справился бы. Почему-то, как назло, постоянно компьютер зависает. Приходится сохранять проект постоянно в Sony Vegas. Фух, ребята, вот это был монтаж. Все, у меня уже нервы не сдают. Было сбои несколько раз вот тут в середине где-то. Поэтому, наверное, где-то звук потерялся в каких-то роликах, ребята. Ну, извиняйте, я уже все не успеваю. Вот так мы отмечаем Новый год. Вы просили там многие снять стол, что мы там на остатки купили, потратили деньги все. Ну, смотрите, все равно Наталья тут слепила кое-что. Ну все, ребята, удачи вам в новом году. Все, с Новым годом! С Новым годом! Тут еще, правда, куча всего. Наталья молодец, вечно понаготавливает из ничего. Домашние у нас такие компотики классные. Это брат Наталин такое нам венцо сделал, Леня. Леня, привет, с Новым годом! Очень такой запах, а ну понюхайте. А, обалдеть. Барсик, махай, с Новым годом. Что, а кого поздравлять, да, Сережа, да, Люду? Скажи, подписчики, все подписчики моего сына, привет. Всем подписчикам моего сына большой привет, поздравляю с Новым годом. Желаю здоровья, счастья и удачи. Люду мою поздравляю, то же самое с Новым годом. Всего-всего и наилучшего. Всем-всем. Поздравляем с Новым годом, дочечка и сыночек. Поздравляйте. Не драться. В следующем году, чтобы не дрались. А то год собаки ж будет. Это уже не их год. Вы как собаки две. А, они точно как собаки. Бело-серо. Нету денег у людей. Видишь, салютов нет. И дождь идет. Оливочку хочешь? Оливку хочешь? Ивка, вкусная оливка. Да? А Барсик хочет оливку? Хочешь? Не, Барсик не ест. А Мася любит. А Мася любит. Странно, а что ж Барсик не ест? Барсик хочет? Мася хочет. Ой, ой! Ой, как вкусно. Ну все, колбасня піде. Вкусно? Все, больше нема оливки. Нема больше. Нема. Пальчика мне не сгрызешь? Сгрызешь? Пальцы сгрызешь? Не надо. Как теперь? Через это? Ой. Барсик нападал через на это, Масю. Через да? это. Барсик нападал на Масю. Хороша девочка, хороша. Хороша. О, ам. Ты смотри, она куснет. Ам. Ам. Ой, колбасняш у нее. Опасно. Опасно-то звери, да? Девочка. Сейчас тобой Барсик сзади цапнет. Ну, не трожь меня, когда, да? Все? Жизнь хороша? Ой, как хороша. Наркоманы. Чего ж их такая оливка в колбасе-то? Может, там добавляют наркотики какие-то? Нам же тоже нравятся оливки, да? Андрюха, тебе нравятся оливки? Ну, может, не колбасы все.
у Владика такая елочка, ребята. Бабушка сказала мне, не надо, мы Владику поставили. И нравится, так смотрите, Масе, прям Мурчику хотел сказать, Барсику. Смотрят, сидят на елку. Коты алкаши. Оливки жрут, наркоманы. Ой, зачем ты мне свет выключила? Ребятам теперь не видно. Блин, ребята, мне Евгений Леонов написал, что 6 лет каналу сегодня. А я и не знал. Точно, 3 декабря 2012 года я создал этот канал, ребята. 6 лет, это же надо. Барсик, ты слышал? 6 лет каналу. Барсик, олень. Лень у Барса, лень. И у нас, ребята, лень. Видите, даже побриться лень. Не, надо все-таки сходить, да, Андрюха? Наконец-то мы доллары поменяли сегодня. И надо поехать в магазин купить что-то пожрать. У нас шаром покати. Мося хочет жрать. Борсик хочет жрать. Андрюха тоже. Принесли вот такой приемник на ремонт, ребята. Ну так неохота даже сюда лезть. Что-то я вообще разбаловался, разленился. Ну а тут же чепуха. Вот видите. Вот эта вот хрень надо разобрать, выключатель. Этот я уже перебрал, резистор не включал. Вот тут отходило это. А теперь вот это еще, зараза. Так, и где обещанные 1 000 000 подписчиков, а, ребята? Мне YouTube обещал, когда я с ними контракт заключал, что у меня через 6 лет будет 1 000 000 подписчиков. Шутка, конечно, никто ничего не обещал. Все, ребята, зависит от нас самих. Надо было не лениться, снимать видео всякие. Про политику, наверное, надо. Сейчас это модно. Тогда бы там была бы куча подписчиков. Так, ребята, как мне дорог этот приемник. Так, неохота. Выпаиваем выключатель. Я вот так его подвигал, подвигал, контакты все равно отходят. Знаете, обычно вот так берешь, чтобы они притерлись. Нифига не помогает. Значит, берем отвертку, вставляем, вот, чтобы выпаять. Обычным паяльником. Мне же, как всегда, лень станцию включать, да? Буду я еще свет вот это тратить на такой приемник. Канифолью все заляпываем. И погнали. Отпаиваем. Отверточкой поддеваем по чуть-чуть. Все, прогреваем. Сейчас не обращаем внимания. Где-то муловом позаклеивались эти вместе контакты. Нам сейчас пофигу это. Так найдите старую плату какую-то и тренируйтесь. Вот и все. Сейчас разберем и почистим контакт. И контакты. И все, что хочешь, сейчас начнет сыпаться. Есть. Так, теперь надо было отметить. Теперь смотрите, ага. Тут вот эти контакты потеряли свои свойства. Пружинище. Ну и все в грязи. Видишь, Андрюха, все как окислилось. Короче, вот так зачистить надо будет, так. Ну и чуть-чуть их поджать. Теперь смотрите. Вставляем кругленькое что-нибудь. Контакт расширился. А теперь берем и подгибаем. Одну сторону и вторую. Видите? Теперь убираем это. Он теперь хорошо пружинит между собой. Так, надо же еще было зачистить наждачечку, да? На твилек же не сможем, он разогнет контакты.
Можно, конечно, это. Тут же все равно, в принципе, волны FM только остались у нас. На остальных волнах ничего нету. Да, Андрюха, можно было просто закоротить некоторые вот эти, чтобы был включен постоянно только FM. Так, зажать как? Систему рычага используем. То есть не так сидишь, давишь. А вот. Чпок. Чпок. Всегда думаю, чтобы тебе было полегче. Думай о рычаге. Вот видишь, зажал. Так, теперь смотри. Как мы выпаивали. Между платой и вот этим я вставлял отвертку. И вот так ее поворачивал. Она начинала выдавливать выключатель. Тоже система рычага была. Потому что просто сидеть тянуть, задолбешься. Очень неудобно. А вот эта отверточка раз, и начинаешь ее поворачивать. Ну или потом, когда уже не хватает вот этого поворота, начинаешь вот так. Или вот так вот выдавливать между платой. Но тут неудобно, куча катушек. Итак, сделали. Все это запаиваем. Потом чистим спиртом. Кто там орёт? Детвора бегает. Пойдешь, Андрюха, гулять? Дома сидит. Ребята, не дает мне компьютер даже видео отрендерить, потому что он играет Far Cry 4, что там еще. Владик еще какую-то поставил игру. Так, спиртик. И после себя вот это говнецо все растапливаем. Вон там один непропайчик, вижу. Итак, ребята, проверяем. Есть! Выключает, включает, громкость регулируется, волны ищет. Опа, другой диапазон. На нем ничего нету. Этот диапазон. На нем ничего нету, ребята. И на последнем диапазоне ничего нету. Нахрена мы это делали? Один вот этот надо было FM оставить и все. Правильно? И все. Вот такой, ребята, приемник. Как он много времени, видите, отнял. Это бесплатная работа. Фух, только что по этому радио слушать. Это ж мозги просто вскипят от такого. Ну, ребята, это я не собираюсь делать. Нафиг оно мне надо. Короче, ну можеш платитиме за проїзд на гривню менше, ніж ті, хто її не має. Вже у перший день не обійшло.